популярные хиты и зажигательная музыка. В эти дни в Бостандыгском районе Алматы проходит зимний новогодний фестиваль. Ежедневно для жителей и гостей города выступают звезды отечественной эстрады и танцевальные ансамбли. Артисты, ростовые куклы развлекают детей, а ведущие поднимают настроение и разыгрывают подарки. У жителей очень хорошее настроение. Все с удовольствием приходят на концерты, празднуют, создают новогоднее настроение. Чувствуется, что и артисты на 100% выкладываются на сцене. Безусловно, в этом году фестиваль проходит очень успешно.